система ЕГЭ себя не оправдала, должна быть заменена. При этом нам не нужно крайностей. Крайность, как сейчас, что ЕГЭ – это все. Крайность и другая – взять и выбросить ЕГЭ. Я полагаю, что ЕГЭ должно занять свое достаточно скромное место. Нужно при этом дать университетам иметь один экзамен по специальности и дать ЕГЭ, и дать университетам возможность, предположим, 10% поступающих абитуриентов пустить на пересдачу ЕГЭ. Всех нельзя, иначе всех заставят пересдавать. А вот 10% вполне возможно. Тогда фальсификации, я думаю, серьезно сократятся. Еще одна стратегическая ошибка ЕГЭ в том, что там оказывается, что в фальсификации заинтересованы и те, кто сдает, и те, кто принимает. Нужно, чтобы учителя, мэры, губернаторы никак не оценивались с точки зрения оценок ЕГЭ учеников. А у начальников оценивать только честность сдачи этой ЕГЭ. Плюс я думаю, что ЕГЭ должны принимать не учителя вообще, а правоохранительные органы. Условно говоря, таможенники, налоговые и полиция, возможно, при руководстве ФСБ.